Обустраивать территорию промышленной зоны в планах предпринимателей. Создавая рабочие места, малые предприятия обеспечивают занятость населения, участвуют в реализации социальных программ. Вопросы предоставления двум губкинским бизнесменам разрешений на использование земельных участков были вынесены на публичное слушание. Были направлены сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, имеющих общие границы с земельным участком, применительно которому запрашивается данное разрешение. В этой части замечаний и предложений не поступило. На земельных участках промышленной зоны города предприниматели планируют расширение торгово-складских площадей. Члены комиссии по землепользованию и застройке обсудили вопросы организации подъездов и стоянок автотранспорта, водоснабжения и пожарной безопасности новых объектов. По результатам слушаний вынесенное комиссией решение будет представлено на утверждение главы города и опубликовано в средствах массовой информации.